200 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Через 200 метров вы увидите свою цель, достигнете своей цели, или она будет с правой стороны. Да я понял. Ты что, мне переводишь? Я себе. Так, приехали поизучать Альтенхаузен. Вроде как бы замок. Посмотрим, что тут интересного будет. В доме я уже вижу дверь заложенная. И окно вижу, с которого труба торчит. Я еще даже не зашел. Но самое интересное, тут много кирпича использовано. Будем посмотреть. Вот эта дверь с другой стороны уже куда-то когда-то шла, была. Тут все зацементировано, к сожалению. Но вот тут навесы висят, причем три такие огромные навесы. О, какие большие. Там, я так понимаю, основной вход. Ну, будем искать кирпич. Вон там я уже вижу арку огромную заложенную. Что-то у меня с глазами стало. Все сразу видят. Так, как тут добавить? Просто огромная когда-то была и куда-то вниз уходит. Очень прекрасно. Сейчас походим, посмотрим. Начнем, пожалуй, со входа. Дверь замурована. Кирпич новый, кирпич старый. Какой из них, какой, неизвестно. Так, какого он 12 века, да? Ну да, первое упоминание. Первое упоминание 12 века. Почитали мы немножко. В общем-то, сейчас пройду здесь сначала, посмотрю. Потом в арку пойду. Посмотрим там, что там интересного. Здесь уже окна современные. Где-то что-то заложено. О, сирена. В арку. Что тут интересного, сейчас посмотрим. Двери куда-то ведут, непонятно куда, куда-то уходят.
Вот арка наложенная на другую арку. Как-то непонятно. Такое ощущение, что здесь когда-то другая была стена или что-то непонятно совершенно. Ладно. Кирпичи вот вижу странненькие. Сейчас будем посмотреть. А это вроде как больница, типа для обороны. И тут дверь. Ага, пошел дальше. Поехали. Вот тут кирпичи, походу, формочные, то есть они не выглядят как со станка. Причем они здоровые. Сколько тут вернут? Давай посмотрим. Почти 29 сантиметров. И шириной 9,5. Ну, какие-то они, жаль, так нельзя померить. Довольно очень огромные. Причем они и сверху такие, да? Посмотрим еще, где какие, где что интересненького. А вот современный кирпич. Сколько он? Где-то здесь точнее будет. 23,5. Ну, где-то 24, шириной даже 7 нету, намного меньше, тут 28 был. Ладно, сейчас пойдем потихоньку посмотрим, что тут вообще интересного. Окон много заложенных, закрытых. Сомневаюсь, что где-то мы здесь в подземелье попадем. Вон там в окно я вижу изнутри тоже кирпичи огромные такие. Но они не похожи, что со станка. Каменный какой-то. Красноватый камень. Не знаю, что за камень. Сейчас немножко походим, посмотрим. Может быть, что-нибудь интересное попадется, как вот та арка на входе, которая как-то странно очень низко. Что-то тут у нас подложено, переделано. Вот там даже сделаны формы крепости. Здесь вот чуть-чуть что-то напоминает крепость. Вот там должны были люди ходить. Здесь что-то напоминает. Сверху окна опять заложены. Причем почти все, одно всего открытое. Стены здесь, конечно, видно, что реставрированные, но очень толщенные. Это что такое? Это что, стяжки или что это?
Здесь вообще как-то непонятно. Здесь вроде камень, а там я вижу внутри кирпич. Причем везде, в каждой вот этой арке кирпич. Снаружи камень, внутри кирпич. Сейчас вон там, по-моему, проход есть. Пойду там посмотрю и померяю заодно. Ну, там ворота, сейчас еще вокруг пройдемся. Посмотрим, вон там вижу уже арка. Явно ворота когда-то были. Еще сейчас подойду туда, не буду приближать. Некоторые кирпичи как-то специально делали, что ли, какие-то они сверхдлинные. Ой-ой-ой, что это за кирпичи такие, больше 30 сантиметров, но по ширине вроде нормальные. Скорее всего, это позже делалось, что ли, непонятно, но явно станочные кирпичи. Уже видно, что они станком делались. И во всех они, посмотрел уже, все они одинаковые кирпичи. Сейчас пройдусь дальше. Так, вот тут, к сожалению, палатка стоит, не все видно. Тут же окна заложены. Многие. Сейчас посмотрим дальше. Пройдусь по кругу. Одна арка, тут явно переделка была. Вон другая арка. И какая из них оригинальная? Скорее всего, та, которая сверху торчит. Я так подозреваю. Не факт, конечно, сколько раз тут могли его переделывать, неизвестно. Здесь выглядит такая, как вроде ворота были когда-то. Ну вот вижу вход вниз, как всегда. Нам туда доступа наверняка нету. В общем, окна, как везде, все переделаны. Все переделаны, причем все, практически все. Вот так вот хранится история, скажем так, Германии. Не знаю, как в других странах, но подозреваю, все везде аналогично. Говорят, что все так хранят тщательно, но я вижу везде сплошные переделки. Все просто переделывается, как удобно, как хочется. 12 век, замок. Вот даже эти косые окна видно, какие-то там другие они были. Вот и здесь, в общем, везде. Вон одно арочное, арка немножко другая. Пойдем дальше. Чуть не прошел. Ой, какая там глубина, так на видео
скорее всего, не видно будет, но я пол вижу. Это 2-2,5 метра примерно там глубина. Вот еще одни вроде как ворота, ну, сверху видно, кирпич современный, хотя вот один вижу очень длинный, другой, какие-то они сверхдлинные, вон видишь, какие-то сверхдлинные кирпичи, и там в тех арках под стеной тоже такие сверхдлинные кирпичи какие-то там, в районе 30 сантиметров, но по толщине они примерно под нынешний стандарт. Ну вот какие-то совершенно толщенный кирпич опять попался. К сожалению, вот рассмотреть станочного он или формочного изделия тут не представляется возможности. Ширина его где-то 9-9,5 сантиметров. И все каменное. Потолок уже какой-то современный, ну, в смысле, при ДДРе, наверное, делали в то время. Вот тут дверь замурована. И тут еще что-то замуровано. Там окно замуровано. Все позамуровывали. Это явно древний кирпич. Вот этот, например, сложно определить. Вроде как выглядит с формы. Ага, вот как раз ширина. Но, к сожалению, не все видно. Тут цемент. Где-то 12-13 сантиметров, 13 где-то, очень широкий. Сколько ж у него вес, интересно. Думаю, очень неудобно его было ложить. Вот та единственная стена вот сделана под крепость. Я был с той стороны, сейчас я с обратной стороны. Но здесь как-то, ну, не очень похоже для обороны. Тут ставь лестницу, залезай. Окна заложены маленькие. Ладно, пошел дальше. Вот окна, опять переделанная, арочка проглядывается сверху, одна и вторая, стяжечка торчит, да, подозреваю, здесь от оригинальности почти ничего не осталось. Очень мало. Конечно, если это оригинальные вот эти укрепления, допустим, стен, то как-то, ну, блин, ставь лестницу, залезай вперед. С той стороны вроде как крепость была стена на стене. Здесь кругом окна. Ну, если, может, позже приделали, конечно. Здесь были ворота когда-то. Когда-то были тоже ворота. Вот, отчетливо просматриваются. Четко и ширина, и высота.
пока ничего интересного. Куда бы такое, что-то, за что глаз может зацепиться. Да, вон те кирпичи опять огромные. Там на самом верху, сейчас попробую приблизить их. Какие-то очень огромные. Здесь тоже что было, дверь или окно такое огромное было. Причем оба они так заложенные. Где-то первое и второе. Или три двери, или три огромных окна было. Непонятно. Ну, по кирпичам иногда встречаются старые кирпичи. Но в основном все уже свежие, новодельные. Где-то вот внутри они проглядываются, огромные. Но маловато как-то. Пока ничего интересного тут такого сверхъестественного не вижу. Как-то дверь странно, колонна, дверь куда-то, типа по стене, ага, вон ступеньки пошли, понятно, пойдем дальше. Вот обратите внимание, как стена завалена. И никакой опоры нету, стоит нормально. Ну там представляю, какая толщина, это сверху бы посмотреть на нее, если там ходить можно. Ну, скорее всего, вот она как бы и похожа на старую. Тут камней море. Так, я в камнях вот в этих немецких точно не специалист, по крайней мере, с такими я не сталкивался. Это красный. Что, старые камни или что тут? Я вижу, например, тут обработку уже современную. Что их резали, какие-то нет, какие-то да. А тот резанный, перерезанный. Где-то эти камушки стояли когда-то. Откуда их повыдергивали и что туда вставили, теперь мы навряд ли узнаем. Тут вообще что-то повырезали, уйму целую. Какой-то прямоугольник был вырезанный на камне и на нижнем тоже. Так, а там что сверху было? Двери или окна? Что-то для окон как-то слишком. Для дверей нормально. И они не в никуда. Что-то здесь было еще, наверное, когда-то. Двери же куда-то выходили. И там вот изнутри, я вижу, там они даже арочные были. Сейчас я приближу. И окна тоже были арочные. А нет, там белый кирпич. Современный кирпич. В общем, тут, похоже, тоже капитально все переделано.
Разочарован я в этом замке. Да, просто деньги зарабатывают, рекламируют сильно, а старинного тут, ну вот тот, наверное, чердак может быть старинный. И вот когда по таким замкам поездишь, которые там 12 века, вот он, 12-й, приезжаешь, ты тут ничего не видишь. Ты видишь тут море переделок, и как бы не очень тут желание. Желание немножко как-то пропадает ездить по ним. Очень я разочарован в этом замке. Много рекламы видел. Такой старинный, такой древний, такой интересный. Но я его вот уже практически круг дал. И я вижу сплошные, все просто переделано. Вон, видно окна. Везде. Все сплошь и поперек переделано. Вот, наверное, вот эти вот, вот это что-то типа колонны, вот он, может быть, есть древнее. Все, круг обошел я. Круг мы дали. Вот там вот точно я вижу изнутри красный кирпич. И он большой в окне. Сейчас я попробую приблизить, может быть, будет видно. О, конечно, удержать в таком приближении очень сложно, не знаю, видно, не видно кирпичи. Там большие, по-моему, проглядывают. Что за отверстие такое? Это бойница с той стороны, я смотрел. А это... не знаю. Ну вот и все, экскурсия кончилась, можно идти на выход. Но сейчас мы пойдем спросим, где тут изнутри, что посмотреть, может быть, еще можно. Хотя я что-то глубоко сомневаюсь. Вот я вошел вовнутрь. Здесь как бы вот уже похоже, бойницы вроде какие-то были. К сожалению, не могу я очень много снимать. Сказали гостей не снимать. Здесь вроде как бы ресторан. Поэтому что смогу, то сниму. Здесь ворота были. Так, что оригинального? Я вижу очень много современного кирпича, но вот там проглядывается и древний кирпич. Вот этот большой, что я уже мерил. Вот здесь вот в углах тоже я вижу. Вот они, большие, огромные просто кирпичи. Но это внутренняя сторона, такие окна. Но, к сожалению, дальше я не могу снять, там люди сидят. Здесь как-то, ну, может быть, позже было сделано окно, но оно наружу. Понятно немножко. Здесь уже следующий зал гораздо глубже. Не знаю, где здесь что оригинальное. Тяжело сейчас сказать. Ладно, пошел на выход.
Ну вот, я снаружи, да, снаружи видно, что это все было позже сделано, то, что снизу вход, окна. Единственное помещение, где можно снимать внутри, вот этот ресторан, и то, как сказали, гостей не снимать, поэтому, увы, ничего тут интересненького. Поехали мы дальше, скорее всего. У нас по маршруту еще один замок и одна церковь кирпичная. Вот, в общем, что с него сделали, с этого замка, это гостиница и ресторан там. В общем, внутри вообще нигде походить нельзя, ничего посмотреть. Не знаю даже, чтоб я приехал сюда просто переночевать, да где-то здесь вокруг погулять. Я бы предпочел где-нибудь в замке переночевать, чтобы деревянные кровати натуральные, и все было именно в том виде, в котором оно было когда-то. Ну, понимаю, что там сейчас на сегодняшний день, поэтому, ну вот, такое мое мнение об этом замке. Поехали дальше.